Bhaktivedanta Swami Muni Namane Namaste Sarasati Devi Prabhupada Nirvishesha Shunyavadi Parshakarishya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayat Tato Jayamudirayat Nastapreshu Vabhadreshu Nastapreshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhagavati Uttamashloke Bhaktim Bhavati Naishtaki Bhakti Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 7. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 7. Chapter 8, verse number, what's the verse, 49? What's the one on the board? 49. Okay. Читаем главу 8, текст 49. Шри Праджапатая Учу. Шри Праджапатая Учу. Праджеша. Праджеша. Ваямте. Ваямте. Parish Abhishrishta Parish Abhishrishta Yajnayena Nayena Rajavai Rajavai Srijamo Srijamo Nishida Nishida Saesha Saesha Dvaya Dvaya Bina Bina Vakshya Vakshya No No Jagan Mangalam Jagan Mangalam Sattva Murte Sattva Murte Vatara Vatara Prajesha Vayam Te Paresha Bishrishta Prajesha Vayam Te Paresha Bishrishta Nayena prajavai shrijamo nishiddha Nayena prajavai shrijamo nishiddha Saesha tvaya binavaksha nushete Saesha tvaya binavaksha nushete Jagan mangalam sattva murti vatara Jagan mangalam sattva murti vatara Prajesha vayam te parisha bishrishta Prajesha vayam te parisha bishrishta Nayena praja vay shrijamo nishiddha Nayena praja vay shrijamo nishiddha Saesha tvaya binavaksha nushate Saesha tvaya binavaksha nushate Jagan mangalam sattva murti vatara Jagan mangalam sattva murti vatara Prajesha vayam te paresha bishrishta Prajesha vayam te paresha bishrishta Nayena prajavai shrijamo nishidaha Nayena prajavai shrijamo nishidaha Saesha
Саэша твоя бинавакша ношете. Саэша твоя бинавакша ношете. Джаган мангалам садва мурте ватара. Джаган мангалам садва мурте ватара. Повторите, пожалуйста. Раджешаваям те париша висришта. Раджешаваям те париша висришта. Наена праджавась сриджамо нишида. Наена праджавась сриджамо нишида. Саэша твоя бина вакша нушете. Саэша твоя бина вакша нушете. Джаган мангалам сатва мурте ватара. Джаган мангалам сатва мурте ватара. Раджешаваям те пареша висришта. Раджешаваям те пареша висришта. Наена праджа вайсриджа монишидха. Наена праджа вайсриджа монишидха. Саэша твая винавакша нушете. Саэша твая винавакша нушете. Джаган мангалам сатва мурте ватара. Джаган мангалам сатва мурте ватара. Read the translation. Перевод. Праджапати вознесли такие молитвы. О Верховный Господь, властвующий даже над Брамой и Шивой, мы, Праджапати, были созданы Тобой, чтобы исполнять Твою волю. Однако Хираньякашипу запретил нам производить на свет благонравных потомков. И вот теперь этот демон лежит бездыханный, ибо Ты разорвал ему грудь. На благо всех обитателей Вселенной Ты не шел сюда в теле, состоящем из чистой благости. И мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. There's no purport. We'll read the next verse. Комментария нет, читаем следующий текст. Перевод. Обитатели Гандхарвалоки молились так. О Господь, мы всегда служим Тебе, исполняя танцы и песни в театральных представлениях. Но Хираньякашипу грубой физической силой подчинил нас себе. Теперь же, по Твоей божественной воле, он сам оказался в жалком состоянии. Может ли привести к чему-то хорошему деятельность такого выскочки, как Хираньякашипу? Комментарий Шрилы Прабхупады. Тот, кто верой и правдой служит Верховному Господу, обретает необычайную силу, влияние на других и славу, тогда как демонов-самозванцев, вроде Хираньякашипу, ждет лишь гибель. Хираньякашипу и ему подобные могут быть очень могущественными только в течение какого-то времени. Но полубоги и другие верные слуги Верховной Личности Бога сохраняют свое могущество всегда. По милости Верховного Господа они выходят из-под гнета даже такого грозного демона, как Хираньякашипу. You read the purport? Yeah, okay. Ом Агьяна Тамарандасья Гьянанджана Шалакая Часур Милитаньена Тасмай Шри Гурве Намаха Ванчакаупатарубьяся крипа синдубаевача патитанам паванебьо вайшнавебьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатха Шри Васади Гор Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading from the chapter where Lord Nrisingadev has killed Hiranyakashipu. Итак, мы продолжаем читать главу. Господь Нрисимхадева убивает Хираньякашипу. And after killing Hiranyakashipu, Lord Nrisingadev was still extremely angry because of all the offensive behavior of Hiranyakashipu. И после убийства Хираньякашипу, Господь Нарисимхадев по-прежнему продолжал оставаться в великом гневе, который был вызван оскорбительным поведением этого демона. Now Hiranyakashipu had conquered heaven and he was controlling all the demigods. They had all become his servants. Хираньякашипу победил даже райские планеты. Он подчинил себе всех полубогов, и они стали его слугами. Even Narada Muni was also serving Hiranyakashipu. Даже Нарада Муни служил Хираньякашипу. But after his death,
then all the different demigods, they approached Lord Nrisimhadev. Но после победы над этим демоном различные полубоги обратились к Господу Нрисимхадеву. Lord Nrisimhadev was extremely angry, and he could not stop his roaring in his anger. He was just roaring, and nothing could stop him. Господь Нрисимхадев, даже убив царя демонов, а по-прежнему продолжал оставаться в гневе, и он бушевал, и никто не мог его успокоить. So the different demigods, one after another, they're coming to offer prayers to try to pacify Lord Nrisimhadev. Тогда полубоги один за другим стали подходить к Нрисимхадеву, возносить ему молитвы, чтобы умиротворить его. So we've heard two verses this morning. We heard first of all the Gandharvas offer their prayers. First we heard Prajapatis, and now we're hearing the Gandharvas. И сегодня мы читаем два текста, в которых говорится о молитвах Праджапати, и также о молитвах Гандхару. So, in relation to this purport given by Srila Prabhupada, he's describing how devotees who are obedient servants to the Lord, they become opulent, and they have great bodily strength, and they become powerful, effulgent also. И если рассмотреть комментарий Шрилы Прабхупады, то Прабхупада объясняет, что преданные, будучи покорными слугами Господа, получают от Него все – сияние, силу, могущество. Hiranyakashipu had been very powerful, but he had lost all of his power now in the presence of Lord Nrisimhadev. Хираньякашипу также был очень могущественной личностью, но он потерял все свои достояния, все свое могущество перед ликом Господа Нрисимхи. He was no longer effulgent. He was no people. Now he had been slain by Lord Nrisimhadev. Nobody bothered about Hiranyakashipu. Nobody offered any respect for him. Когда Нрисимхадев появился, Господь Хираньякашипу тут же утратил все свои достояния, всю свою силу, все свое могущество, он был низвержен, и никто больше не выражал ему почтения. But when one takes shelter of the Supreme Lord Krishna, then Krishna empowers that person with great qualities, wonderful qualities. Любой, кто принимает прибежище у стоп Господа Кришны, тут же получает от него различные достояния. Он награждает такого человека различными качествами. It is said, one for one who is a devotee, then all the demigods will bless that person and they will bestow on him all the good qualities. Говорится, что человек, который обрел преданность Верховной Личности Бога, обретает все качества полубогов, ибо они даруют их ему. There's one verse like this in Srimad Bhagavatam. А такой стих есть в Шримад Бхагаватам. Яшьясти яттир Бхагавати акинчина сарвайргунайстатра самасе асураха. Арава бхактасья куто махатгана манорятена сати бхавато бхи. That for one who is a devotee of the Lord, he will have all the good qualities of the demigods. But one who is not a devotee, he will not have any good, cannot have good qualities. В этом стихе говорится, что тот, кто стал преданным Господа, обретает все качества полубогов. И напротив, тот, кто не предан Господу, не имеет никаких хороших качеств. It may seem like he has good qualities. He may be expert in maintaining his family, and he may even be expert in practicing mystic yoga. But if he is not a devotee, it's understood that he doesn't have good qualities. У него внешне могут быть какие-то хорошие качества, он может быть хорошим семьянином или даже великим йогом, но следует понимать, что если он не предан Богу, то у него нет никаких хороших качеств. Because whatever qualities that person who is not a devotee has, they're simply the reactions of karma, and they will be finished in time. Потому что те качества внешние, которыми этот непреданный Господу человек обладает, это всего лишь временное проявление его кармы, и оно когда-то закончится. Materialistic people, they enjoy their karma, but they also have to suffer their karma. Материалистичные люди наслаждаются плодами своей кармы, но также и страдают вследствие своей кармы. And their karma, they can enjoy the results of some pious activities, but it will run out quickly. It will be finished very quickly in the course of time.
Они могут наслаждаться некоторое время плодами своих прошлых благочестивых заслуг, но нужно понимать, что очень быстро все это закончится, и они утратят все, чем обладали. We see people in the material world. They appear to be very successful for some time. Мы видим некоторые люди в материальном мире какое-то время очень успешны. Especially we see in politics how people come to power in politics, or not only politics, even in entertainment, somebody becomes very famous. Мы видим, как, например, политики обретают какую-то славу, какое-то влияние, они достигают власти, своего положения политического. Не только даже политики, какие-то деятели. They're famous, but their fame is very short. It doesn't last for long. Но их слава очень коротка, и это долгое время не продолжается. As a result of some karma, some past activity, they've achieved some success in the material world, but it's very temporary. Просто вследствие своих каких-то прошлых заслуг теперь они на некоторое время получили возможность наслаждаться, но все это быстро уйдет. But if you become a devotee of the Supreme Lord, then whatever you have in this world, it is by the grace of Krishna. It is not karma. Но если вы становитесь преданным Господа Кришны, все, что вы получаете в этом мире, это все не карма, это все милость Кришны. Krishna arranges for the devotee to whatever the devotee needs in his life. Krishna provides. Для своего преданного Кришна обеспечивает всем необходимым, что ему нужно. Krishna has a relationship with his devotees. У Кришны всегда есть личные отношения со своими преданными. For one who meditates on Krishna and worships him with love, then Krishna says, I carry what you lack, I preserve what you have. Кришна говорит, что тому, кто поклоняется мне с верой и преданностью, кто постоянно думает обо мне, я сохраняю то, что он имеет, и даю то, чего ему не достает. The more we surrender to Krishna, the more Krishna wants to serve the devotee. Чем больше мы преданы Кришне, тем больше сам Кришна желает служить своему преданному. In the Bhagavad Gita, Krishna is saying, like talking about this to Arjuna. В Бхагавад-гите Кришна об этом говорит в своем разговоре с Арджуной. And then, of course, in the 18th chapter, Krishna says, if you fully surrender to me, if you give up all your material religion and just take shelter of me fully, then I will protect you. Do not fear. И в конце 18 главы он говорит, что если ты полностью оставил все какие-то материальные обязанности, полностью вручил себе мне, то я защищу тебя от всех последствий греховных поступков. Не бойся ничего. Жизнь преданного всегда находится в руках Кришны. Ему не следует больше беспокоиться о карме. Karma is finished when we take shelter of Krishna. А влияние кармы заканчивается, когда он принимает прибежище у Кришны. Once we are engaging in devotional service, then Krishna arranges that we can do even things which we never knew we could do before. Krishna will give us the ability. И даже если мы что-то не можем делать в преданном служении, если что-то для нас является новым, то по милости Кришны мы получаем способность делать это. We saw, for example, Srila Prabhupada display some of these qualities. Great strength. Although Prabhupada was an elderly man, over 70 years old, still he sometimes would display great strength. Можно увидеть это на примере Прабхупады. Прабхупада иногда проявлял необычайную силу, хотя он уже был пожилым человеком в очень преклонном возрасте, более 70 лет. Тем не менее, иногда он проявлял необычайную силу. For example, in England, in London, Prabhupada had somehow managed to get the deities of Radha Landanishwara. Those two deities, they were taken from one Indian man and they were going installed in the new temple which was opened in London in 1969. Как, например, один случай был в Англии, в Лондоне, где Шрила Прабхупада помог прийти божествам Шри Радхи Ланданишвары в храм. Они были взяты у одного индуса и затем перевезены в храм и установлены в 69 году.
The devotees didn't have any deities. Prabhupada wanted to get deities for the temple. У преданных не было никаких божеств, которым они могли бы поклоняться, и Прабхупада хотел установить для них божества. So they heard there were some Indian people and they had some deities. So they went to see them. И однажды он услышал, что один индус привез для себя божества, и он захотел, и он хочет их продать, и он захотел увидеть их. So Prabhupada just spoke to the people for a little while, and then he said, "So we will take them." And this way, the devotees they picked up the deities and they brought the deities to their new temple. Он пришел, начал разговор с этим индусом, немножечко поговорил с ним и вдруг неожиданно сказал: мы забираем этих божеств. Тут же преданные взяли этих божеств, подняли, унесли и перевезли в храм. But on the day when they were opening the temple, when they were doing the abhishek of the deities, the altar which they had built was not very secure. И когда была церемония установки этих божеств, когда уже должна была проходить абишека, то вот этот алтарь, который сделали для этих божеств, он был ненадежно закреплен. And in the course, when they were doing the abhishek, the whole altar started to fall apart. And Prabhupada, on his own, he was holding up the altar. И неожиданно во время абишеки какие-то части из этого алтаря, поддерживающие этот алтарь, выпали. И алтарь стал падать на божество. Прабхупада в одиночку держал этот алтарь тяжеленный. You know, two big marble deities and a marble altar, and Prabhupada somehow was holding the whole thing up, supporting it. Представьте, пара божеств в человеческий рост, тяжелые, мраморные, плюс еще сам алтарь, и Прабхупада все это держал в одиночку. Just inconceivable for an elderly man that they could do such something, which demanded so much physical effort. Непостижимо, чтобы пожилой человек мог проявить вот такую силу в такой ситуации и сделать это. Prabhupada is showing how a devotee can have great strength even when he needs it. That Krishna will give him strength. Но Прабхупада показал, как преданный проявляет порой необычайную силу, если Кришна дает ему эту силу. Prabhupada also showed great strength how he could keep traveling and preaching for so many years in his elderly age. Также можно видеть, как Прабхупада проявлял необычайную силу, настолько интенсивно путешествуя и проповедуя в столь преклонном возрасте. He could be traveling across the ocean for many a long flight and from the USA all the way over to England and then on to India, and he wouldn't even feel jet lag. Whenever he would arrive in that place, he would stay up all night translating. Представьте, вот у него какие были перелеты. У него были трансатлантические перелеты, например, с США в Англию. Потом тут же он садился на рейс до Индии, прилетал в Индию, не отдыхал, немного спал и тут же с ночью начинал переводить книги. So like that bodily strength, it's nothing to do with the physical body. If one has a strong mind, if one has great faith in Krishna, then Krishna provides unlimited energy. Это невозможно как-то воспроизвести с помощью просто какой-то физической силы. Это должен быть очень твердый ум, непоколебимый, и сильная вера в Кришну. И тогда Кришна дает вот эту силу. We see sometimes how the devotees can go out for long hours to distribute literature. People in the material world, ordinary people in the material world, they cannot work as hard as devotees. Иногда можно видеть, как многие распространители книг долгими часами в тяжелых условиях распространяют литературу, настолько тяжело трудятся, что обычные люди, которые работают целыми днями, не прикладывают столько усилий. Devotees are not on the bodily platform. When they are engaging in Krishna's service, they are on the spiritual platform. Преданные в такие моменты не находятся на уровне тела. Когда они занимаются служением Господу, они полностью находятся на духовном уровне. And they can use their body to do amazing things. И они могут использовать свое тело так, что просто удивительно. Prabhupada also talks about the effulgence that materialistic people who are engaged in sinful activities. They have no effulgence, no bodily effulgence. Прабхупада также говорил, что преданные они светятся, а материалистичные люди, особенно которые совершают греховные поступки, у них нет никакого сияния. Prabhupada described how when he saw young people before they became Krishna conscious,
They were dirty and long-haired and unclean and did not look effulgent at all. Прабхупада говорил неоднократно, что до сознания Кришны молодые люди выглядели грязными, поникшими, никакого сияния у них не было. But once they became devotees and they shaved their head and they put on tilak and dress up as devotees, then they become naturally bright-faced and effulgent. Но когда преданный одет в вайшнавские одежды, когда он с тилакой, когда у него бритая голова, то от него сияние исходит. By practicing also regulated principles of Krishna consciousness, they also develop a natural effulgence. И также соблюдая регулирующие принципы в сознании Кришны, у человека естественным образом появляется сияние. That we do not see that effulgence in the faces of ordinary materialistic people. Вы никогда не увидите сияние, исходящее от лиц обычных материалистичных людей. We usually find that devotees are easily recognized just simply because of their bright face, because of their effulgence. Но у преданных это сияние есть, поэтому их очень легко распознать в толпе. Even though they may be wearing ordinary dress, and you may not even notice neck beads or tilak or anything like that, but just simply from their bright faces, we can understand this person must be a devotee. Они даже могут быть одеты в обычную одежду, у них может быть не видно ни тил, у них может быть не видно ни кантималы, тилаки на них нет. Но просто по вот этому некоторому сиянию можно сразу определить, что этот человек это преданный идет. Devotees are always blissful in Krishna consciousness. Their spiritual nature has awakened. Преданный всегда блаженен в сознании Кришны, его духовная природа пробуждена. When we're in bodily concept of life, then naturally we will be morose, we will be miserable, our faces will be dark. Но когда человек находится полностью, живет материалистичной жизнью, то никакого сияния у него нет, он только страдает, он какой-то мрачный, такой весь понурый, лицо прямо темное. Prabhupada had one servant, and he noticed how his servant was looking very long-faced and unhappy, and Prabhupada told the servant, he said, you cannot be in Krishna consciousness when you are morose. Prabhupada однажды сказал своему ученику, который был, своему слуге даже, который был весь поникший, весь какой-то несчастный, некоторое время он ему сказал, ты не сможешь быть в сознании Кришны, если ты несчастный. Bhagavad Gita, Lord Krishna describes Brahma Buddha Prasthanatma na shochati na kanchati sama sarveshu bhuteshu mat bhaktim labhate param. That one who is on the platform of Brahma Buddha, who understands he's not the body, then he is a joyful soul. В этом стихе Господь Кришна, в этом стихе из Бхагавад-гиты Господь Кришна объясняет, тот, кто достиг уровня Брахма-бхуты, то есть уровня понимания, что я не являюсь телом, естественно испытывает радость. Prasanna-атма means he's joyful soul. Prasanna-атма означает естественная радость. And because he knows he's not the body, he's realized he's not the body. He's not hankering, he's not thinking what he will get, and he's not lamenting, he's not thinking about the past either. He's not worried about the future or the past. То есть человек, который достиг понимания того, что он является духовной душой, он не испытывает страданий и не скорбит, он не гонится за тем, чтобы что-то получить, и не страдает, когда что-то теряет. Также он не беспокоится о будущем и не скорбит о прошлом. So this is the transcendental platform. Вот это уровень трансцендентности. Sometimes as devotees, sometimes we do not always appreciate how we are in this transcendental consciousness. Иногда мы не оцениваем, даже будучи преданными, важность, что нужно находиться на уровне трансцендентного. Sometimes we may think, well, devotees are just the same as anybody else. They're not so different from ordinary people. Иногда можно думать, преданные не особо-то и отличаются от обычных людей, то же самое. But if you go back to the association of ordinary people, then you will know there's a big difference between the devotees. Но если вы, не дай бог, вернетесь к общению с обычными материалистическими людьми, вы увидите, какая огромная разница есть.
Because ordinary people in the material world are all engaged in sinful life. Потому что материалистические люди обычно заняты греховной жизнью. Meaning meat eating, intoxication, gambling, illicit sex. Например, мясоедение, интоксикации, азартные игры, незаконные сексуальные отношения. This is the business of the material world. А вот такова деятельность в материальном мире. But devotees have rejected, devotees have turned away from all these things. Но преданный отвергает все это. So devotee naturally feels relief from all of the anxiety which all these activities cause. Поэтому преданный, естественно, чувствует облегчение, потому что у него нет тех страданий, которые приносит с собой вся эта греховная деятельность. Material life, sinful activities just simply create more anxiety for people. Материальная жизнь и греховная деятельность совершает просто, является причиной одних беспокойств для людей. But when we come to Krishna consciousness, we start to chant Hare Krishna, we give up sinful life, we have no more anxiety. Но когда мы приходим в сознание Кришны и начинаем воспевать святые имена, воспевать Харе Кришна, то вся греховная жизнь прекращается и нет больше беспокойства. At least no anxiety for the body. По крайней мере, нет беспокойств для тела. We have anxiety, transcendental anxiety. У нас могут быть духовные беспокойства. How to build a new temple for Krishna. Как построить новый храм для Кришны. How to cook more prasadam for the restaurant? Как в кафе побольше прасады приготовить? How to distribute more books? Как больше книг распространить? How to make more devotees? Как привести больше преданных? How to have more Харинам Санкиртан? Как сделать больше Харинам, программ Харинама Санкиртана? This is all transcendental anxiety. Вот это все духовное или трансцендентное беспокойство. And anxiety for Krishna is of a different nature. Беспокойство о Кришне имеет другую природу. Anxiety for Krishna will make us more bright faced. We will become more joyful. Беспокойство ради Кришны означает, что у нас лицо сияет все больше и больше, и мы становимся все более радостными. We don't mind that kind of anxiety. Не стоит беспокоиться, не стоит переживать по поводу таких беспокойств. But in the material life, the anxiety is all based on I and mine. I am this body and this is mine. Но материальные беспокойства основаны на материальной концепции жизни, когда на основе я и мое. Мое тело это я и все, что вокруг меня это мое. Yeah. Not big demons like Hiranyakashipu, but little demons, little Hiranyakashipu. Не такие большие демоны, как Hiranyakashipu, но маленькие демоны. The same mentality. То же самое умонастроение. The same interests, the same goals of life. Те же интересы, те же цели жизни. Haranya means gold and Kashipu means soft bed. Hiranya значит золото, а Kashipu значит мягкая постель. So this is material life. Вот это материальная жизнь. Get more gold and enjoy. Получить как можно больше золота и наслаждаться. And the whole world is running for these things. Весь мир живет по этим принципам. And we're not interested in these things. We're laughing at them. Но мы нас не интересуют эти вещи. Мы смеемся над ними. Yeah, we laugh at the materialists. So let them run. Let them go. Work like asses. Мы смеемся над такой материалистичным образом жизни. Пусть работают, пусть зарабатывают. Because we know all of this gold and this soft bed, this is all finished with the body. This has no meaning. In relation to the soul. Потому что мы знаем, что все это золото и мягкая постель относится к телу, и оно не относится к душе, и поскольку оно относится к телу, когда-то это закончится. Just look at Hiranyakashipu. One minute he was the king of heaven, and all the demigods were serving him. Посмотрите на Hiranyakashipu. Еще минуту назад он был великим царем, и все полубоги были у него в подчинении. He was so powerful. Он был так могущественен. But then, now it's all. As soon as Lord Narsingadev appears and rips him apart, he's finished. What is his position after Lord Narsingadev has killed him? И как только появился Господь Нарисимхадев, он тут же все утратил. И каково его положение после того, как он был убит? Of course, Hiranyakashipu is special because he has a son. He has Prahlad, who is a devotee. Конечно,
Хираньякашипу повезло, особо повезло, поскольку у него был сын, великий преданный Прохлад. But for the ordinary materialists who follow the mood of Hiranyakashipu, what is their position? Но для обычных материалистов, у которых то же самое настроение, что и у Хираньякашипу, какова их участь? Шримад Бхагаватам said, Нунам прамата куру деви карма, ядиндрия приятай апринути, насаду манье ята атмано ям, асанна пи клешада аша деха. That on account of their madness for material activities, for sense gratification, they will perform many sinful activities. В этом стихе Бхагаватам говорится, что будучи, находясь под влиянием вот этого иллюзорного очарования материальной энергии, они совершают очень много греховных поступков. And what is the result of these sinful activities? И какой результат этих греховных поступков? They have to take another material body. Они получают другое материальное тело. So this is not good. Разве это хорошо? The sinful activities puts one into the lower species of life. А греховная деятельность вынуждает человека рождаться в более низких формах жизни. A miserable material body, become a dog, stand as a tree. В очень суровых формах жизни, например, стать собакой или еще хуже, деревом. This is the result of all of their activities. Таков результат всей их деятельности. So people are so ignorant, they do not understand what is happening to them. Но люди настолько невежественны, что не понимают, что случится с ними. Whatever they are working for is all finished in the very short time. Все, ради чего они трудились, в короткое время они утратят. But devotee, whatever service we do for Krishna, that is of eternal benefit. Но преданный, какое бы он служение ни сделал для Кришны, оно остается вечно и получает вечное благо. A little advancement made on this path saves us from the greatest danger. Даже небольшое продвижение по этому пути защитит нас от великой опасности. Шримад Бхагаватам says, Свопам апьяшья дармашья чаяте махато баят. Just a little advancement, just by doing some devotional service, will save us, take us out of this most dangerous, precarious situation. В Бхагавад-гите говорится этот стих, что даже небольшое продвижение по этому пути защитит человека от величайшего вида страха. Yeah, the danger is now we have the human body, but if we do not use it the proper way, we will take a lower body, we will become an animal or even a tree in the next life. Опасность в том, что мы, находясь в человеческом теле и не используя его правильно, можем впустую потратить эту жизнь и получить более низкие формы жизни, например, стать животным или еще хуже деревом. So we want to learn from the example of demons like Hiranyakashipu, how that all of their efforts to control and enjoy the material world are useless. Поэтому на примерах таких демонов, как Хираньякашипу, можно учиться, что все его попытки контролировать материальный мир оказались бесполезными. But whatever we have in this world, whatever assets we have, whatever we are given by the grace of the Lord, if we use it for the pleasure of Krishna, then that will be for our eternal benefit. Но мы, если мы используем всю нашу собственность, все, что нам дает Кришна, в служении Кришне, то мы получаем вечное благо. If you have some wealth and you use it to build a temple for Krishna, that is a great benefit for you. Если у вас есть, допустим, какое-то количество денег, и вы используете его для того, чтобы строить храм, то вы получаете великое благо. We are seeing this disciple of Srila Prabhupada, Alfred Ford, Ambarish Das, he is giving $30 million to build the Mayapur temple. Как, например, ученик Шрилы Прабхупады, Альфред Форд, Амбариш Дас, он пожертвовал $30 million для постройки храма. That's quite a lot of money. Гигантская сумма. But he understands, you know, this is good use. Он понимает, что это лучшее использование этих денег. Krishna, whatever Krishna gives,
We should understand, we should, it's meant to be used for Krishna's service. Все, что дает Кришна, мы должны понимать, должно быть использовано в служении Ему. We have this human body is meant to be used for Krishna's service. Он дал нам человеческое тело, и это человеческое тело тоже должно быть использовано для служения Ему. In the Bhagavad Gita, in the second chapter, we have Arjuna confused about his duty. Мы видим, как во второй главе Бхагавад-гиты Кришна, Арджуна не мог понять, что же является его обязанностью. Dharma samudateta. He said, now I am confused about my duty because of miserly weakness. Арджуна говорит, постыдная слабость одолела меня, я не вижу теперь, в чем мои обязанности. Miserly weakness. That one who has money. Sometimes people have money, they just like to look at it. They don't want to spend it. Постыдная слабость скупца, то есть это человек, который обладает большим количеством денег, но он скуп, и он их не тратит, и не знает даже, как использовать их. Yeah, can you enjoy money just by looking at it? Можно ли наслаждаться деньгами, просто смотря на них? Does it look nice? Держа в руках, как они красиво выглядят. It's not to, money is not for looking at, but you're meant to use it. Деньги не для того, чтобы на них смотреть, а для того, чтобы их запускать в оборот, на что-то использовать. But some people, they're miser, they just want to look at the money. Но некоторые люди скупцы, им нравится просто рассматривать свои. They don't like to spend it. Они не любят их тратить. I'm sure give it to any woman, they'll spend it very quick. Give it to any woman. Ага. Дайте вот этой матаджи деньги, она их очень быстро потратит. So, we have this human body. If we don't use it for Krishna's service, we are also miserly. Итак, у нас есть это человеческое тело. Если мы не используем его полностью для служения Кришне, мы тоже становимся скупцами. Human form of life is meant for inquiring about the absolute truth. А человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы задавать вопросы об абсолютной истине. But if we don't do that, then we're wasting this human life. Но если мы не делаем этого, мы просто понапрасну растрачиваем человеческую жизнь. If we use this body just to eat and sleep and mate and defend, that is animal life. That is not human life. Если мы просто в человеческом теле живем для того, чтобы есть, спать, обороняться и совокупляться, то это жизнь животного, а не жизнь человека. Human life begins when we inquire about the absolute truth. Человеческая жизнь начинается с того момента, когда мы начинаем интересоваться и задавать вопросы об абсолютной истине. Vedanta Sutra says, Atato Brahma Jignasa. Now you are a human being. Try to understand what is matter and what is spirit. А в Веданта Сутре говорится «Адхату Брама Джигьяса» «Теперь ты получил человеческое тело, теперь ты должен понять и постичь, что является материей, а что есть духом». So like this we have to understand the duty of devotee. Точно так же мы должны понять обязанности преданного. And the more we use our body and mind and senses in the service of Krishna, the more Krishna will give us the ability. И чем больше мы используем тело, разум и ум в служении Кришне, тем больше Кришна дает нам возможность. We just have to be the instrument in Krishna's service. Мы должны быть инструментом в служении Кришне. In the 11th chapter, Krishna tells Arjuna, Nimita matra bhava savya sachin. Just become an instrument in my service. В 11 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит Арджуне, «Нимитта матра бхава савья сачин», просто станет инструментом в моих руках. So like that, if we become an instrument, Krishna can give us the ability, he can give us strength, he can give us this effulgence, he can provide everything we need for his service. И точно так же, если мы полностью задействуем все в сознании Кришны, в служении Кришне, тогда Кришна дает нам возможности, любые возможности. Он дает нам силу, Он дает нам сияние, Он дает нам все, что необходимо для продолжения служения. We just have to be surrendered and pure in our desire, and Krishna will do the rest. Мы должны просто быть чистыми, желать служить Кришне, иметь это желание, и Кришна даст нам все. Any question? Может быть, есть вопросы? Есть вопросы. У меня два вопроса. Первый касается регулирующих принципов. По предписанию, как
когда люди в законном браке, то секс допустим только для продолжения рода. Но люди создают семьи в разном возрасте. И если их возраст уже таков, вот они решили создать, мужчина и женщина, семью, но возраст таков, то вопрос продолжения рода отпадает сам собой. Как тогда строить отношения? Потому что интимные отношения, сексуальные отношения, они являются важной составляющей для построения вот этих отношений. Вот как быть в этом случае? My question is regarding the principles. So we know that both reproductive principles exist in the family life only for the getting children. But if some persons construct the family in quite older age, so they no need to chat children. So what about for the like principle the couple is not going on to get a child, but the sexual relations need for construction family. What is it? Makes them known. Well, if you're older, older people, they should not have such strong sex desire. Если человек уже в достаточном возрасте, то у него не должно быть очень сильного сексуального желания. Sex is for young people, not for older people. Сексуальные отношения для молодых людей, но не для тех, кто в возрасте. You're not going to do your health any good if you're going to be having sex in your old age. Если человек в достаточном возрасте, у него сексуальные отношения продолжаются, то это вредит его здоровью. If you get married later in life, you don't want to have children, you can just be companions. А если человек, уже будучи немолодым, создает семью и не собирается заводить детей, то он должен строить свои отношения на дружеской основе. Sex is not necessary. А секс не, совершенно в нем нет необходимости. Yeah, that's right. They will become happy. Once they stay, once they become Krishna conscious, they will become happy. Да, они как раз они должны быть счастливы, находясь в сознании Кришны. То есть, приходя несчастливыми к сознанию Кришны, но практикуя сознание Кришны, они как раз и должны стать счастливыми. Yeah, when they come to Krishna consciousness, they're not happy, they're morose. Они как раз до сознания Кришны несчастливы и понурые. They're in distress. И, потому что они страдают. But they will become happy. Но они должны стать счастливы. By chanting Hare Krishna, by being in Krishna consciousness. Повторяя Хари Кришна и будучи в сознании Кришны. Вот если, допустим, человек да, занимается какой-то благочестивой деятельностью, но он не преданный. Просто, ну, допустим, благотворительностью, соблюдает принципы, там, делает хорошие поступки там, людям, но просто ну, он не в сознании Кришны, возможно, в другой конфессии. Или просто, что это, он зарабатывает благочестивую карму, или можно предположить, что рано или поздно он станет преданным. Follow some principle. What does it mean? He get pious karma, result of pious activities, or maybe we hope in the future he will become one. Well, he does pious activities for the devotee. А он для преданных делает эту благочестивую деятельность или просто для обычных? Возможность частичного. Sometimes for devotees, sometimes for mundane people. Well, it's different. If he's doing for mundane people, this is just pious activities of the material world. That does not create devotion.
Если тут есть разница, то ту деятельность, которую он делает для обычных людей, она находится в рамках материального мира, и она является, и придут результаты благочестивой кармы. If he gives some charity for the old people, then when his old people will come and give him some charity. То есть, если он кому-то помогает, допустим, финансово или материально какому-то человеку, то он должен будет по карме получить от этих людей тоже помощь когда-то. If he is giving for sick people, then when he's sick, he will get some charity. Допустим, если он помогает больным людям, то поддерживает их или жертвует им, то в будущем, когда он станет больной, эти люди по карме должны будут помогать ему. But if he gives for devotee, that is special. He will get the opportunity for devotional service. Но если он выполняет какое-то благое дело для преданного, то это уже отдельный случай. Это уже может пробудить в нем преданность. We do not become devotee just because of pious activities. Мы не стали преданными только потому, что были благочестивыми, вследствие благочестивой деятельности. It must be activities in relation to a devotee. Должна быть деятельность в связи с преданными или преданным служением. When you do some charity or service for devotee, then you can get devotional service. Если вы делаете какое-то пожертвование преданному или как-то служите преданному, вот это пробудит в человеке преданность. Да. А еще, допустим, если мой отец, он мне дает деньги, да, допустим, ну там какие-то деньги, помогает мне, ну как своей дочери. Ну а я эти деньги использую в преданном служении. Значит ли, что это, ну как бы он... Может... Совершает постоянный преданный. Да, да. For example, her father, he's a Christian priest. But he always gives his money to her because she's her daughter. So does it mean that in the future he will become a devotee? But he gives this money not for devotee but for daughter, for supporting her. Yes, he will get some benefit because you're a devotee. If he's giving to you and you're using for Krishna, so he will get benefit. Да, поскольку он дает эти деньги вам, неважно даже по какой причине, но вы преданные Кришне, используете их для Кришны, то он получит духовное благо. By your mercy. По вашей милости. If you use the money he gives you, if you use it for Krishna. При условии, если вы эти деньги для Кришны используете. Then he will get the benefit. Тогда он получит благо. Хорошо, насколько важно кремировать тело? Но это преданный, да? Да, он много лет он повторял, правда, бывало, духовной деятельностью занимался, напился, такое, но, по крайней мере, он вчера у тебя заставил. Вчера? Вчера. I don't know much, and I asked, what is the importance of burn out for the dead body, because in Amursk, when the body left his body yesterday, but there is no crematory in Amursk, only in Vladivostok. So it's many travels to this body to send to Vladivostok. So what is the importance of burning the body for the body? Well, there must be some kind of funeral, some kind of service for the body. You have to have a burial. What do they do with the bodies there in a mosque? They bury? Что они сделают? Сейчас что с этим телом? То есть оно в морге? Cemetery. Yeah. And put in the bury. Okay. So then you have to do that. Можно провести какие-то ритуалы с этим мертвым телом, насколько это возможно. It's not as good as burning, but some ceremony must be there. Конечно, придется его захоронить. Это не так хорошо, как сжечь его, но надо провести перед этим какие-то хотя бы ритуалы. Может быть, там листик тулоси или водичку. Можно? Она имела в виду, что насколько важно кремирование, потому что потом будет шанс, что этот прах можно будет отвезти и кинуть в ванну. То есть совершенно разные вещи, да, если его просто похоронить, да? Насколько нужно прилагать насколько усилий к этому? Да, насколько важно вообще прилагать усилий или подумать, что проведу вот это? Understand this question. The main question is, maybe for the workers need to put more efforts for sending bodies into the bodies to convert it. Better if we ashes are put into Ganges and then simply put into earth.
Yeah, usually like that, even, you know, people will die in another country. They'll have the body flown to another country in order that they can do the last rites. Да, если у вас есть возможности, вы можете приложить усилия, конечно, это будет лучше. Бывает так, что даже человек оставляет тело в другой стране и заказывают специальный самолет, там специальным гробом все это везут, только чтобы была возможность сжечь тело. One of our devotees in Hong Kong, his father is Indian man. His father was in Canada and he died, left the body. So they had the body flown back to India to have it burned there. Как вот у нас есть один преданный в Гонконге, его отец, это преданный индус, его отец, он в Канаде, и он там оставил тело. И преданные организовали все так, что из Канады этот гроб доставили в Индию, чтобы сжечь, чтобы кремировать, даже через... You have to make arrangements. In the future, more and more, we're all going to leave the body sometime. All of us, we have to leave the body sometimes, so we have to make arrangements for the body to be properly cremated. То есть мы должны помогать, конечно, другим в этом, потому что мы сами можем в любой момент где угодно оставить тело, и поэтому по возможности нужно организовать все так, чтобы была возможность кремировать его. So in the beginning, of course, there'll be some resistance. Oh, we don't do this, but you have to make arrangements. Вначале, может быть, кто-то там из родственников даже запротестует, или там будет сложно все это сделать, но нужно постараться все это организовать. We recognize religion, we have our own beliefs. Мы представляем свою собственную религию, и у нас есть свои понятия на этот счет. So it may take some work, you have to go and meet the authorities, you have to go to the government and make arrangements for all this. Yeah, if you have to bring the body to Vladivostok, that's not so far. You should arrange that. То есть, если даже возникают какие-то проблемы с властями или еще с кем-нибудь, можно даже пойти и договориться с ними. Но если нет проблемы, можно доставить тело во Владивосток, то в принципе это не так уж и далеко. I'm sure. Sometimes it will happen. Dead bodies, people die some other place. The body will be flown back to their hometown. То есть бывает даже так, что человек уехал из города, где он живет, и где-то неожиданно оставил тело. Даже вот так организовывают самолетом доставку, что нужно говорить. If you have the cooperation of the person who left the body, if his family members all cooperate, if they agree, then you can arrange to bring the body here. Можно попытаться даже посотрудничать с его родственниками, как-то все это организовать, чтобы все-таки доставили тело на кремацию. It's very important. Yeah, it's our tradition. It's our belief. We do like that. Это наша традиция, это наши обычаи, вера. Мы должны так делать. Они преданы Кришне. But for non-devotees. Non-devotees are different. С непреданными там другая ситуация, правильно же? They can do what they like. Пусть они делают, как хотят. Why not the moon is soft to Hirani Shiku? He has a transcendental body, so Hirani Kashipu cannot have some troubles for him. And also, where Lord Brahman or Shiva as Hirani Kashipu's servants? It doesn't mention Lord Brahma and Lord Shiva, but certainly Lord Brahma, he had given the benedictions to Hirani Kashipu. Нет, нигде я не встречал упоминания о том, что Господь Шива служил Хирани Кашипу, но Господь Брама точно не служил, наоборот, он дал благословение Хирани Кашипу. Had been worshiping Lord Brahma. Наоборот, это Хирани Кашипу поклонялся Господу. And taking the benedictions from him. И получил благословение от него. But Lord Brahma wasn't happy to give those benedictions, but he had to give them. Конечно, Господь Брама не был счастлив давать такие благословения, но он вынужден был дать. And Narada Muni is the son of Brahma. He's also obliged. He was also obliged to do some to be obedient to some things in some ways to Hiranyakashipu. Но что касается Нарада Муни, то поскольку он был сыном Господа Брамы, то существовали определенные отношения, то он был вынужден в некоторых вещах подчиняться Хираньякашипу.
these things are mentioned to show us just how powerful he could be, this demon became. Вот эти упоминания, они просто показывают, насколько какого могущества достиг этот демон. Yeah, I want to go back to, you know, that you were bringing up about the person in Amors that left the body. We just had a devotee left the body in Beijing just yesterday. Кстати, возвращаясь к вопросу о вот этой ситуации с телом преданного в Амурске, буквально вчера в Пекине тоже оставил тело один преданный. But in China everywhere they burn the bodies, they don't burn it. Но в Китае, слава богу, там у них все тела сжигают, у них не хоронят. So we don't have any problem in China. Поэтому в Китае у нас нет с этим проблем. In Malaysia, I've seen in Malaysia some in Malaysia. Malaysia is a Muslim country, so Muslims they want to bury the body. They don't like to burn the body. Или взять, например, Малайзию. Малайзия это мусульманская страна, там они тоже обычно не хоронят, они не любят хоронить. But for the Hindu, whenever the Indian person dies, then they want cremation. They burn the body. They have their own special place where they do the funeral. А для индусов, если они хотят кремировать тела после смерти, там есть определенное место, где они могут сделать это. And so they always make arrangements like that. Unless there was a case, there was one couple, they had a young child, and the young child had some health problem and died very young. So if the child is very young, the child's body is not burned, then the body is buried. It's a ritual, it's so common. No, that's the rule. Okay. То есть вот еще единственная какая ситуация может быть, как вот, например, у одной семьи был ребенок, и ребенок, у него какие-то проблемы со здоровьем были, и он умер в очень раннем возрасте, и тогда тело можно хоронить, его не сжигают. Yeah, if it's a very young child, under about 6 or 8 years old, then these children, their bodies are not usually burned, their bodies are buried. То есть вот если ребенку там даже около 6 или 8 лет, то тело обычно не сжигают, его хоронят. Таково правило, сказал Махарадж. So this is our tradition, this is how it is, you know, because it's important for us that the body is burned and then the ashes can be disposed of also by putting in the sea or put sent to the holy place. Это наша традиция, почему мы должны кому-то уступать. То есть тело, когда умирает преданного, нужно его сжечь и прах опустить в священную. Now Buddhists all have the bodies burned also, but Buddhism, you'll see every Buddhist temple, they have a cremation place where they burn the bodies. А буддисты вообще все поголовно сжигают тела после смерти. Вы возле каждого буддийского храма увидите, что сзади есть крематорий. That's practically the only time Buddhist people go to the temple when there's somebody dying. Поэтому люди начинают ходить в храм, когда кто-то умирает. Well, that's the one time they go to the. Только один раз, когда они приходят в храм, как приносят свое тело, когда его сжигают. Спасибо. То есть. Also, you want to answer the question regarding the dentist? Where is it? Акинчина Годжи. You wanted to know about the. Вы, по-моему, спрашивали про беззубого ведантиста. Да, да. Махарадж нашел для вас ответ. Prabhupada just says that the Mayavadi philosophy, Vedantists, they become Vedantist. V means without, and Danta means teeth, without teeth. Прабхупада, я нашел это место, где Прабхупада говорит, что ведантисты, он по-другому расшифровывает, это философы Майявади. Ви означает без, а данта, дантист означает зубы, то есть они без зубы. And they have no teeth because their arguments, their Mayavadi arguments are all smashed by the teachings of Ramanujacharya and Madhvacharya. То есть Майявади они беззубые, потому что как бы их аргументы были все выбиты последователями Рамануджи. Сампрадая и Рамануджи. So that's the explanation. Вот такое объяснение. Any other question? Еще вопросы? Вопрос. Значит, камсы, когда сказали, что это самый голос с неба, что его это убьет там восьмой сын Деваки, и это самое
И Нарада сказал, что ты в прошлой жизни был вот таким-то сыном Хираньякашипу, да, и тебя это убили. Но суть не в этом. Суть в том, что вот у него было эти, у этого сына Камелия, или как его? Я понятия не имею. Ну, значит, у него были сыновья, их семь было сыновей, и они поклонялись Господу Браху. И в результате этого поклонения, когда Хираньякашипу узнал, что поклонялись не ему, а то, что они Брахме поклонялись, он их проклял. Сказал, в следующей жизни вы родитесь у Девяки. Не столько. Нет, я атом вкратце то у Деваки, то ваш отец воплотится как Камса и убьет их. Как получается, что вот Хираньякашипу необозримое пространство, видеовремя, будущее получается? Вот я чуть-чуть. Просто историю не запомнил. Можешь чуть-чуть, как бы еще раз чуть-чуть? Ну, это внуки Хираньякашипу. Для того, чтобы достичь совершенства, они поклонялись Господу Браху. Так. Внуки Хираньякашипу. Да. Узнал об этом и получили благословение. Сыновья прохлады, получается? Ну, внук Хираньякашипу. Нет, там же еще были сыновья. Ладно, внуки Хираньякашипу поклонялись Брахме для того, чтобы обрести. Да, совершенство достичь определенное. И когда Хираньякашипу узнал об этом, он их проклял, что в следующей жизни вы родитесь у Деваки, и ваш отец воплотится как Камса и убьет вас. Я понял. Все. И то есть вопрос в том, что Хираньякашипу мог видеть такое будущее? Да, вот удивительно, вроде демон, да. That grand sons of Hiranyakashipu worship the Lord Brahma for some obtaining some mystical powers and something else. And Hiranyakashipu, when he knew about it, he cursed all these grandsons that you will work in, would warn at the sons of Devaki Kamsa. Would kill you. But the question is that Hiranyakashipu could see in the future. He put the curse on that, right? He put some curse on that. He said, I don't know. That's all in the Shrimad Bhagavatam. Да, есть такая история в Шримад Бхагаватам. Yeah. So he put the curse on them, he can put a curse, yeah. So he is in the future. Но он не то, что видел будущее, он их так проклял. То есть он не знал, что они родятся, он как бы проклял, чтобы они родились. Он назвал уже Деваки родитесь, и Камса убил. But he said that they will burn at the sons of Деваки, and then Камса will look to them. So he know about Камса. Must have known something. Не обязательно, что он все будущее знал, но, видимо, какие-то вещи он знал. Вполне возможно. Ну, вопрос продолжается. Как это самое? Почему он тогда, видя будущее другое, не видел будущее своего? But the next question from this question, if he see the future, why he cannot see his own future, his own? That's right. Sometimes people cannot see their own future. So. Очень хороший вопрос. Многие люди в упор своего будущего не видят. They can only see what Krishna allows them to see. Потому что они могут видеть только лишь то, что Кришна позволяет им. Krishna can arrange it like that, that he can reveal certain things to him. То есть все же Кришна не устраивает, все исходит от него, поэтому только по его милости, по его разрешению они могут видеть то, что они могут видеть. We can often see things about other people, but we can't see so many things about ourselves. Иногда очень часто мы в жизни других очень много видим, а в своей собственной бывает многое не замечаем. Okay, Hare Krishna.
Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Vandamui Savodhana Mate Vandamui Savodhana Mate Dahara Prasade Prabhu Kara Daya Deham
more podachaya aha prabhu koro daya he o more podachaya he beja shagushuk